Шатер Ассоциации футбольных болельщиков Швеции с различными активностями на фан-зоне ФИФА будет работать 21 и 22 июня. Здесь ребята из группы поддержки национальной сборной всем желающим рисуют флаг Швеции и ждут в гости своих соотечественников, которые уже начинают прибывать в Сочи. Матч группы F Германия-Швеция на стадионе Фиш состоится уже в эту субботу. Мы расположили здесь свой стенд, чтобы болельщики могли заходить, задавать вопросы. Это маленький дом вдали от дома. Приехали мы накануне, впереди два матча, пока настроение хорошее, потому что наша команда выиграла первую игру, и поэтому есть надежда, что все будет хорошо. Мы в шоке от Сочи, фан-зоны, никогда раньше здесь не были, все здорово. Главное наше желание сейчас – это, конечно, гол. Мы хотим гол и больше ничего. Напомню, в подгруппе F Швеция имеет 3 очка после победы над Южной Кореей. Германия – 0. Она потерпела поражение от мексиканцев. Точку в этом противостоянии поставит матч в Сочи 23 июня в 21:00.